Сергей Васильев – водитель еще с небольшим стажем. Седьмой год он изучает водительское мастерство и уже является перспективным сотрудником. Сначала Сергей работал в легковом парке подрядной организации. С 2015 года трудится в управлении по автотранспорту АО «ArcelorMittal Темиртау» и перешел с легкового автомобиля на технологический транспорт. Сейчас Сергей вспоминает, что процесс вождения и ремонта автомобиля увлек его еще в детстве. Когда еще учился в школе, ни разу не ездил в летние лагеря. Всегда, если бывала возможность, смотался с отцом, и очень нравилось. То есть уже когда я отучился на связиста, я уже учился и уже знал, что я не пойду работать по этой специальности. Устроиться водителем на металлургический комбинат герой нашего сюжета решил по примеру своего отца Юрия Александровича, который уже 38 лет работает в автоцехе. Сергей до сих пор помнит свои первые рабочие будни и каким огромным казалась ему территория комбината. Хотелось везде все обойти, все рассмотреть получше, все узнать. Ну, потом время пролетело очень быстро, уже все дороги, все маршруты, уже все изучил досконально. Помимо работы, Сергей активно занимается и общественной деятельностью. Уже 2 года является участником молодежного крыла «ЖАС-ОТАН». А в этом году, по итогам года молодежи, Сергей Васильев был награжден благодарственным письмом акима Карагандинской области. Кандидатуру Сергея выдвинуло руководство управления по автотранспорту за хорошие успехи в работе и высокий потенциал. Также недавно ему доверили новую технику, с которой он успешно справляется. В этом году, в начале года, мы получили новую машину полеуборочную. Ну и вот как он себя еще зарекомендовал, интересуется человек техникой, очень хорошо к ней относится, молодой, перспективный. Мы ему предложили работать на новой автомашине, ну и не пожалели об этом. Он хорошо продолжает работать на ней, все очень активный в общественной жизни. Сейчас главные обязанности Сергея – чистить дорожное полотно комбината от снега, а летом – обеспыливание. Как признается наш герой, это только начало его трудового пути, и впереди его ждут еще большие успехи. Постараюсь также добиваться, улучшать свои навыки в вождении, а также в ремонтах.